Антоновича в прошлом, улица Горького, 100. 13-этажный кирпичный дом 1991 года постройки. Единственное парадное в здании поддерживается в удовлетворительном состоянии, контролируется консьержем. Двор общий с соседними домами, есть палисадники. Места для парковки автомобилей не предусмотрены. Есть современная детская площадка. Въезд во двор через арку. Через дорогу ряд магазинов, отделение банка, остановка общественного транспорта, киоски и продуктовый магазин. Развита инфраструктура. В нескольких минутах ходьбы Национальный дворец искусств Украина и одноименная станция метро. Дом в хорошем состоянии.